Итак, мои зрители, я вновь категорически тебя приветствую. Что же произошло у нас с прошлой серии до этой, так сказать, за кадром? Давайте сейчас узнаем. Что ж, мы наконец-то закончили постройку. Давайте перейдем к постройке сооружений нашей пси-лаборатории. Что нам дало, соответственно, возможность отправлять в пси-лабораторию наших людей. Что, соответственно, мы сделали. Одного единственного я пока что отправил в пси-лабораторию. Это у нас наша обезьяна Рубкин. Так, давайте зайдем и посмотрим. У него развивается способность тупоумия и вероятность на благополучное завершение развития этой способности 89%. До конца остается 4 дня и 1 час. 89% это неплохая характеристика. Ну что ж, будем подождать. А пока мы переходим к вращению глобуса. Итак, у нас через один день будет сообщение из совета. Также еще вернемся немножко обратно. И я вам покажу, что у нас также завершился спутниковый комплекс большой, который мы строили. И теперь у нас... Модули спутниковой связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Нет, извините, дополнительный модуль нам больше не требуется. Теперь у нас все наши страны, все континенты покрыты. Покрыта даже Мексика. Сейчас посмотрим, как это повлияет на них. Возможно, в следующем месяце они к нам вернутся. Вот. Также я потратил наконец-то все эти стазис-камеры и так далее. Получилось у меня очень-очень много кредитов, около 2000 свободных в совокупности с тем, что у нас еще было по кредитам в наличии. А к концу прошлой серии где-то 800 было в наличии. И вот я закупил еще самолетов, запустил спутники, это соответственно, они не стоили нам денег, закупил самолетов на континент 4 штучки, как раз таки вот потратился, стало 750 кредитов, и теперь нам остается пока что только крутить глобус и смотреть, что будет. Получено сообщение. Ну что ж, давайте глянем. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. Думаю, вы понимаете, совет такими комплиментами не разбрасывается. Все ясно, совет. Признаюсь, наши ожидания это тоже все превзошло. Не думал я, что все так гладко в этом месяце закончится. Вы сами видите, какие у нас жестокие враги на миссиях и сколько их, какое количество. Так, ну что ж, упущено всего 3 корабля, а в основном все сделано на отлично в этом месяце. Вот осталось еще погасить панику в Великобритании, в Европе и в Мексике, в Северной Америке, вернуть Мексику, так сказать, в наши ряды. А потом уже смотреть, если будет паника, то уменьшать ее. Ну что ж. Не забывайте, мы видим все. Не забываем, совет. Итак, и у нас еще на медне секретная операция торчит, на который нужно отправиться через сутки. Ну что ж, отлично. Так, секретная эвакуация. Давайте пока отложим, перейдем в ангар. У нас вроде бы запустились все корабли. Изготовились. Так, тут у нас везде ракеты Лавина. Поэтому будем оснащать их. Вернее, переоснащать. Ой, нет, не та кнопочка. Нашими лазерными пушками, которые нам очень помогают в перехватах. Так, ну вот. 7 дней будет оснащаться. Отлично. Что ж, а теперь на секретную эвакуацию. И, кстати, надо не забывать, что нам еще предстоит поймать изгоя. Жду от вас хороших новостей. Всего лишь 4 оперативника у нас может пойти на эту операцию. И кого же мы возьмем?
А давайте на эту операцию мы возьмем наших модифицированных солдат и штурмовиков. Да, вот так вот, почему бы и нет. Думаю, отлично. Что они нам скажут, что покажут? Так, теперь мы можем их всех замечательно экипировать. У нас появились практически все бластерные установки. Да не практически, а все изготовились. Поэтому делаем следующее. Сервомоторы ставим. Так, и ставим модуль... А, нет, не модуль прицеливания, а наш, конечно же, марксманский прицел. И давайте бластер воткнем. Так, отлично. Теперь давайте дальше пойдем. Так, силовая броня. Вот тяжелая импульсная винтовка. Ставить ее или просто импульсную винтовку поставить. Ну давайте пока просто импульсную. Так, модуль прицеливания. И что еще возьмем? Прицел. Сам по себе. Так. Так. Или не прицел, а хитин. Можно еще взять, в принципе. Так, а если мы поставим тяжелую импульсную винтовку, у нас еще снизится, да? Ну, в принципе, не критично. На одну клетку. Окей. Ладно. Так, здесь по оснащению броня титан. Конечно же, где он, наш веерный бластер? Так, а если легкий пистолет-пулемет? Нет, не пойдет. Так, окей. И что бы нам еще хотелось тут поставить? В принципе, больше ничего и не нужно. Ну хорошо, давайте уличный магазин и модуль прицеливания возьмем. Так, и второй штурмовик. Все так же идет. Так, веерный бластер. Лазерный пистолет. Модуль прицеливания. 102 меткости, да? И увеличенный магазин. Окей. Ну что ж. Вот в таком составе и начнем операцию. Готовимся к высадке, штурм-1. Отправляемся в Мексику с целью уничтожения находящейся в этом регионе группы «Экзальт». Штурм-1 обеспечит безопасность нашего агента и доставку разведданных. Так. Операция эвакуации. Нам нужно... Вот в этой миссии будет заниматься эвакуацией. Не очень хорошая миссия по ландшафту. Ну что ж, делать нечего. Наш секретный агент был обнаружен противником во время перехвата данных с трансляторов «Экзальт». Задача «Штурм-1» — защитить агента, пока он не завершит работу и не взломает оставшиеся трансляторы. Агент должен выжить. Другого шанса получить эти ценнейшие данные у нас нет. У нас новая задача. Понятно, центр. И нам нужно будет передвигаться агентом сюда, скорее всего, а всеми нашими войсками в количестве 4 человек занимать оборонную позицию и наш агент взломает его и извлечет разведданные и вытаскивать его оттуда. Так, здесь у нас сзади нас находится область эвакуации. Хорошо, позицию как бы надо бы занять, в принципе, хорошую. Да, давайте мы двигаем пока что здесь. Тарас, куда у нас может
Давай вот сюда, вот на этот фланг. Так, отлично. Теперь спанки. Так, спанки давай сюда повыше. Окей, также за полщита. И танкер у нас остается. А, так, куда двинем танкера? Танкера, в принципе, можно посадить здесь, он далеко видит. Так, окей. Теперь. Сейчас взломать или подождать? И потом выводить агента. Ну что ж. Фиг его знает. Давайте, в принципе, взламывать. Не будем время зря терять. Нам удалось взломать транслятор, а заодно отрубить систему связи Экзальт. Ищите другие трансляторы. Нужно извлечь оставшиеся данные. Так, хорошо. Что видим? Пока ничего не видим, да? Видит только наш агент. Ну что ж, тогда давайте боеготовность. Командир, новая группа врагов движется к вашей позиции. Так, оттуда пусть движется. Это, в принципе, неплохо. Миссия, как оказалось, не настолько сложная, насколько было в первый раз о ней впечатление. В принципе, мы сейчас в выгодной позиции, потому как мы можем опять отключить датчик. Командир, мы добыли последние данные. Теперь осталось доставить агента к точке эвакуации. У нас новая теперь задача. Теперь можно просто валить агентам отсюда подальше. Yes, sir. Они пока будут перезаряжаться. И так далее, и тому подобное. А мы их сможем отстрелять. Так, ну что ж. Давайте начнем. Так, 78, работаем. Ход мы себе еще можем позволить поработать. Так, спанки, у тебя работает, беги и стреляй, в принципе, да? Так, что сможешь сделать? Давай сюда. Так. Там за щитом, в принципе. Ну, давай вот здесь попробуем. Так, тут есть. Скорость включилась. Тут 81, тут 76. Давай в того. С фланга. Так. Отлично, тут отрубилось. Что у нас Лео может сказать по этому поводу? Ничего, в принципе, не может. И у нас есть еще и Тарас, да? Давай сюда. Так, с фланга работаем. Допрыгался. Окей, скорость включилась. На боеготовность всех садим. Так, ну да, в принципе, всех. Лео у нас особо никуда отбежать не может. Так, тут пока еще перезарядка этот ход. Что ж, отлично. Командир, новое подкрепление Экзальт идет к штурму 1. Так, там наши уже отстреливаются, это хорошо. Действие, промах, плохо. Быть не может. Действительно, быть не может. Так, давай сначала отработает у нас Нефилим. Первый пошел. Есть контакт. Так, второй пошел. Отличная винтовочка новая. Так. Теперь. Что скажет спанки? Так. Если мы тебя вот сюда вот переместим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вас много-то. Это есть плохо очень. Так, окей, окей. Тогда сейчас работаем туда.
83, 78, 78. Давайте, чтобы нас сбоку не обошли. Так, есть контакт. Теперь давайте следующая стрельба на бегу. Так. Так. Куда отойти-то? Куда отойти, куда отойти? Так, сюда отойдем, в принципе, у нас... Может быть, ответочка, да? Ох, как же все плохо-то, а? Ну что ж, хорошо, давай вот сюда, вот никого не видишь, да? Поэтому боеготовность. Агент у нас идет. Отличная работа, командир. Прочь. Агент цел, разведданные при нем. Так, можно оставить ваш отряд на месте и зачистить территорию от противника, а можно направить бойцов к точке эвакуации. Сюда. Задание изменилось. Так, не видишь его, да? А он тебя может видеть. Ну да ладно. Пока в боеготовность. Поглядим. Так, сейчас огонь будет открываться, кажется. Они двигаются. Ну что, народ, справимся? Попробуем. Так, перезаряжайся, мне патроны нам сейчас понадобятся. Окей. Дальше что мы делаем? Тут у нас 100%, да? И было бы неплохо бы еще тебя с фланга обойти, да? Но там обойти с фланга это чревато. Так, так. В таком случае мы отходим. Ну вот сюда вот. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, давай-ка вот сюда вот. Этот фланг подприкроешь. Так, а бестия у нас... Да нет, пока посиди, наверное, здесь. Или хотя можешь перейти. Направляюсь на точку. Да, переходи. И вот тут все в боеготовности. Так, стреляем, скрестили пальцы. Кирпичи отложили. Окей, пока мимо. Ладно. Хорошо, 56 из дробовика. 83 со снайперки, давай. Ты смотри-ка, метку поставил, сволочь. Так, спанки, пробуем. Отличный выстрел. Отличный. Так, остальные, наверное, что сделают? Так, Тарас перезарядится. Тут на боеготовность сядет у нас противник Лео. Так, окей, сидим, ждем. Тут перезарядка. Тут пока боеготовность. И здесь также все на боеготовности. Будут, Тарас, подойдешь сюда. Вижу цель. Так, видишь, да? Отлично, с фланга 47. Ну-ка попробуй. Твой молодчик. Больше не рыпается. Ты просто красавец или красавица, как аватар. Так. Отлично. Так, есть контакт. Отлично, Лео. Так, еще один. Скрестили пальцы, ложим кирпичи. Мимо. Ну, в Тараса так просто не попадешь. Так, что видим? 65, огонь. Опять отличница. Прищучила. Так, хорошо. В таком случае, что делаем? Сюда вот садим танкера. И, наверное, всех на боеготовность, да? Так, патроны есть, патроны есть. Тут полная обойма. Здесь еще хватает, да, всех. Так,
Опять будет открывать огонь? Нет. Что скажет наш скаут? Танкер, давай, работаем. Отлично. Так, давай теперь зарядим штурма. А Лео у нас добьет. Отлично. Добьет и на боеготовность сядет. И Тарас тоже боеготовность. Так, пока все хорошо. Так, Тараса перезаряжаем. Лео перезаряжаем. Так, остальных на боеготовность. Ну, подходите, твари. Так. Сюда вот бабаха. Остальные вроде на местах. Вроде как перемещать пока не треба. Кого-нибудь можешь перезарядить. Давайте танкера. Патроны пригодятся всем. Ну, отлично, ждем. Пока не бегут. Хорошо. Давайте Лео переместим. Все, пока что, думаю, хватит. Там еще осталось нехило народу. За вот этим вот овражком, я так думаю. Так, если попробовать вот сюда метнуться. Даже молниеносный рефлекс. Есть контакт. Я так и думал. Мимо. Здесь просто ад! Идем дальше. Так, видим только одного. 97. Работаем. Так. Есть контакт. Что дальше у нас скажет купечество? Тут у нас... Ты его откуда сможешь увидеть? Вот отсюда сможешь? Или навряд ли? Блин, все критично как-то. Давай вот сюда спустимся. Воу-воу-воу-воу! Нежданчик. Что ж, ладно, сами виноваты. Там поди еще второй на боеготовности, да, тварь? Ёлки-палки! Вы офигели, что ли, ребятки? Так, ну, спанки. Отлично, сопротивление паники не хромает. Так, этого не добьешь. Да никого вообще, в принципе, не добьешь. И наверх-то вылезти никак нельзя. Блин, что делать? Окей. Всех видишь, да? Блин. Что ж вы за твари-то такие, а? Так, ну хорошо. Выходим тогда. Я вам покажу кузькину мать. Так, 68, 100. 100, да? Вот так вот. Окей. Так, ну-ка, Лео, подойди сюда. Они сваливают. Ты смотри, какая тварь. Так, ладно. Ничего, мы еще попробуем. Ты посмотри, снайпера, да, разбежались. Что вам? Хреново жилось. Так, там у нас ракетчик. И два снайпера, по которым можем попасть. Так. Нефилим, кого видишь? Только одного, работай.
Так, есть контакт. Второй выстрел. Куда же? Четко. Так, там у нас на боеготовности упыри, да? Так, как сделать сейчас, как зайти Тарасу так, чтобы их достать всех? Блин, что-то с чем-то. Ладно, хорошо. Спанки. Убирай. Так, этот есть. Ты еще двух видишь, да? Это значит очень плохо. Так, окей. Там у нас ракетчик, и там у нас снайпера. Блин. Куда стрелять? 35 тут 5 крита. Одинаково, да? Но там еще в прицеле. Что ж, давай по снайперу. Снайпера нам не нужно. Капут, действительно. Так. Теперь. Так, сзади у нас там с тыла один. И здесь. Пора убивать. Пора убивать, правильно. Давай рывком. Я мигом. Не тут-то было. Так, ну что, брателло, сейчас ответишь. Сняла его. Отлично. Так, и ждем выстрела из РПГ сзади. Нет, не ждем. Что ж, хорошо. Тогда нам повезло, а тебе не очень. Так. Нам нужно позицию занять подальше и поинтереснее. Откуда мы тебя увидим? 100%. Вот отсюда навряд ли, да? Так, ладно. Давайте сделаем следующее. Ни фильм не видит. Плохо, конечно. Так. Если мы вот сюда вот отойдем. И видим, да? 68 также работаем. Так, не нравится мне вот эти тормоза. Опять Steam начинает запускать свои обновления. Как они меня достали, эти уроды. Да чтоб ты сдох. Так. Тарас пробежку не может делать. Хорошо, поехали. Становимся тогда вот сюда вот. На боеготовность. Что ж, спанки у нас уходит. Вот сюда, также в боеготовности. И Лео, давай-ка сюда подойдешь. Работает. Аналитики вот-вот приступят к исследованиям новых данных. Отлично, ребята. Агент пусть пока отдохнет. Четко сработано, командир. Да уж. Четко да не четко. Не думал я, что Экзальт будут такими подлыми и будут засиживаться. В общем, перешли в такую же тактику, как и мы, оборонительную. Вот это хреново. Ну что ж, ладно. Броня крепкая, и спанки наши быстры, поэтому мы победили. Так, 18 дней Бабах проведет в лазарете, но ничего. 18 это не месяц, это уже не критично. Что ж, остальные устали. Разведданные дешифрованы. Идет расчет возможного местонахождения группы Экзальт. Отлично. Давайте войдем в секретные операции и посмотрим,
Что же и как же? У нас, в принципе, в конце прошлого месяца была операция. Сейчас начало следующего. 50 кредитов не категорично. Давайте потратим. Сканирование завершено. Обнаружено местонахождение группы Exalt. Окей. Ладно. Так, все меньше и меньше остается место для базирования Exalt базы. О, челонка у нас может модифицироваться в пси. Так, кого отправим? Отправим мы туда кого-нибудь попрытче. Вот, допустим... Центр на связи, вас слышу. Что значит, вы вроде бы видели змею? Какая к черту змея? Вы о чем? Центр, заткнитесь, я говорю. Не перебивайте старших по званию. Так, берем на миссию кого-нибудь... Да, вот, допустим... Кратер у нас, пулеметчик, 15 ходов. Еще есть разведчики по 14, да? А также есть медик, 15 ходов, глобус. Инженеры носятся туда-сюда. Похоже, они больше радуются новому оружию, чем солдаты. Вы смотрите, это будет неплохо. Это будет неплохо, смотрите, медпакеты, если что, наших подлечит, да? Как бы незапланированный медик. Плюс бегает офигительно. 15 плюс 3, то есть 18 клеток. Офигеть. Круто. Круто. Так, а если мы сервомоторы наденем, будет 15 плюс 6. Это вообще... Доложите обстановку, прием. Повторите, я вас не понял. Так, центр, завязывай. Так, отлично. Посылаем. Секретный агент XCOM направлен для уничтожения группы Exalt в Мексике. Отлично. Так, ну и вот на этой нотке, наверное, закончим. Сейчас только построим сервомоторы, еще два. Так, секретная операция через 6 дней. Дальше я, наверное, за кадром буду крутить глобус. Нам тут ничего такого не предстоит. Интересного менять нам нечего. Запросы, спутники выйдут на орбиту, в принципе. Пси-тестирование закончится. Ну, не знаю. Давайте покрутим до пси-тестирования, что ли. Так, ух ты ж. Силовая остановка пришельцев завершена. Ну что ж, громобой нам доступен. И лериумные ускорители. Отлично. Про громобой мы знаем, что нам даст лериумный ускоритель. Прямой впрыск лерия в камеру сгорания топлива наших перехватчиков позволит добиться кратковременного увеличения скорости, что в свою очередь увеличит время преследования НЛО. Что ж, отлично. Вот это круто. Так, давайте что-нибудь повскрываем. Берсерка можем, летуна можем, да? Так, соответственно, если их вскроем, у нас будет увеличенный урон по ним. Антигравитационные системы также нам доступны. Электромагнитное оружие мы, наверное, исследовать не будем. Зачем нам неповрежденные корабли на Земле? С боекомплектом офигенным уфошников. Если мы их можем чуть подразбомбить, а потом докрошить уже оперативниками. Так. Ну что ж... Делаем скрытие. Бойцы зовут эту тварь Берсерком. По строению Берсерк напоминает мутона. Однако, у него на генетическом уровне заложена жажда крови, и он вообще не заботится о собственной безопасности в бою. Так, тут все понятно. Теперь давайте перейдем в инженерный отдел. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Фига себе, 124 инженера. У меня в обычной компании никогда столько не было. Так, ну что ж, производство предметов, заходим и производим громобой. Хорошо, что я не тратил борткомпьютер пришельцев. Источники энергии у нас их сейчас в достатке. Кредитов тоже в достатке, поэтому мы их построим. Три не можем, ну два можем, да, на этом континенте, а потом перебазируем. В принципе, нормально. 17 дней будет строиться, торопиться не будем. Пока что ни к чему, я так думаю, да? Этот месяц еще потерпим. Так, а если быстро строить? Вау, сколько кредитов. Заказываем 2 громобоя.
Так, здесь всякие бронекостюмы нам не нужны. И в литейном цеху у нас еще эллириумные ускорители. Что ж, кредит, сплавы, источники энергии нам позволяют. Заказываем. Также не быстро, пусть... Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Хорошо, доктор Шинь. Так, ну и посмотрим, что у нас пси-тестирование даст. Отлично. Пси-лаборатория сообщает, пси-тренировка завершена. Показать результаты. Успех! Отлично. Итак, у нас Александр Рубкин, обезьяна наша, получает... Как он и хотел, что он и хотел. То есть доступ к пси-способностям. Где он у нас, кстати? Вот он, теперь с таким фиолетовым значком пролистал я его так. Ну что ж, отлично, 98 у него теперь единиц сопротивления паники, то есть панике он практически не подвержен. И из пси-способностей у него, соответственно, первое — это тупоумие. Окей, хорошо. Так, посмотрим, что еще поднялось из характеристик. Нет. Так, мобильность не увеличилась, здоровье тоже. Открылись ячейки в пси-тестировании, теперь до 250 нужно догонять, чтобы он получил следующий уровень. 120 меткости. Ну что ж, отлично, как я и говорил, завершаем, наверное, на пси-тестировании. Скроем, давайте, еще берсерка, вот никак не могу угомониться. Так, что ж, боевой стимулятор доступен, нейросмягчение доступно, это для генетики, и ближний бой мэг. Оу, это нам кажется увеличит для нашей перчаточки способности. Так, но это нам не надо. Ближний бой мэг, наши новейшие инженерные разработки, позволит усовершенствовать сервоприводы и опорные элементы в кинетическом модуле. Отлично. Увеличить выходную мощность на 50%. Супер. Так, нейросмягчение, понятно. Так, тут скрываем тяжелого летуна. Это новый подвид уже знакомых нам созданий. Этих существ мы назвали тяжелыми летунами. Как видите, пришельцы внесли заметные улучшения в броню и оружие летуна, так что уязвимых мест у него стало гораздо меньше. Это чрезвычайно опасные бойцы. Окей. Так, вскрытием занялись. В инженерном отделе. Наш моральный долг — подготовить бойцов к тому, что их ждет. Эти люди, они же изменятся навсегда. Да-да-да, изменятся. Так, а здесь, в принципе, все готово. Нам нужно построить еще один, наверное, эллириумный генератор. Хотя, в принципе, он нам сейчас не нужен, только трата денег. Так что ждем теперь камеру галопа по миссии, и все. Сегодня началась новая эра в истории человечества. Да, мы победили последних пришельцев, но что теперь? Мы забудем о человечности ради технического прогресса? Мы продолжим пользоваться этими технологиями, и они поглотят нас, как некогда поглотили наших врагов? Ну вот, доктор Шень ознаменовал нам сейчас новый этап эволюции и новый этап в нашем прохождении. Мы вступили на завершающий этап, и теперь уже отступать некуда. У нас самые-самые грозные миссии впереди. Так, что мы можем здесь произвести? Пока что, наверное, броню пси не можем. Или можем? А вот, пси-броня Аврора. Один труп сектоида. Сектоидов мы всех продали. Понятно. Будем знать тогда, для чего нам сектоиды понадобятся, если встретим. Окей. Так, что-то я еще хотел сделать. Да, вот в литейном цеху. Ближний бой мэг. Три трупа берсерка нам нужно. У нас, кажется, два только. И то, кажется, всех потратили на исследование. Даже один труп берсерка. Что ж, тогда будем ждать, когда их будет более.
Ну, а на этой нотке у нас не так долго остается до секретной операции. И на этой нотке я закончу эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все, кто не подписались. Всем добра. Как говорили в Звездном пути, живи и процветай. Ну и пока-пока, увидимся.